Приветствую всех на своем канале, с вами Юлия. Представляю вам отчет о готовой работе по набору от Нова Слобода, набор для вышивания открытки с Новым годом. Это набор для креативного рукоделия, который включает в себя все необходимые материалы и не требует дополнительного оформления. Что же входило в набор? В набор входил бисер славянско-бусы 5 цветов, мулине палмира 180 15 цветов, основа для вышивания перфостич, материал с перфорацией, нанесенным рисунком схемы, рамка и лента одного цвета, а также игла для вышивания бисером и игла для вышивания нитками. В инструкции, как видно, все подробно расписано от того, какие швы, как собирается набор, что зачем делать, как отшивать и так далее. Кроме того, в схеме все понятно, ярко, значки цветосимвольные, ниточек не так много. Вот если внимательно посмотреть, то видно, что осталось очень много материалов. Это и бисер, которого осталось на одну работу, если не на две точно, который использовался только в лампочках. Очень яркий, красивый, крупный бисер, много цветов. Немножечко ленточки осталось зеленой. Нитки остались все, кроме одного единственного цвета номер 10. Вот если сейчас видно, здесь есть чуть-чуть светлее нитка, чуть-чуть темнее ниточка. Мне не хватило маленького кусочка, буквально одной ниточки. Я подбирала из запасов, которые у меня были. И что же в итоге получилось? Вот как выглядит готовая работа. Эта работа у меня была любовь с первого взгляда. Как только я увидела этого оленя, сразу же заказала, еще в июле месяце отшила. Просто потрясающий результат. Все блестит, переливается. На данной основе очень удобно вышивать. Схема нанесена, поэтому очень легко ориентироваться по бумажной схеме. Практически ничего не надо считать, зачеркивать, запоминать. Бэкстича достаточно много. Конечно, сложновато на такой основе отшивать бэкстич уже по крестикам. Но вот гирлянда, где просто протяжки по самой основе, была легкая. Сзади все вот оформляется еще такую открытку. Рамочка идеально садится на основу. Ленточки хватило. Можно, в принципе, подписать еще сзади открытку. Ну, набор вызывает только восхищение, ничего лишнего, идеальный результат. Все красиво. Мне очень все понравилось. Спасибо за внимание. Жду вас на своем канале.